Мероприятие международного масштаба проходит в эти дни в Сочи. В его работе принимают участие руководители крупных российских и зарубежных компаний, главы субъектов и представители деловых и научных кругов. Программу первого дня для ульяновской делегации открыл деловой завтрак с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным. Также губернатор провел переговоры с председателем правления Ассоциации юристов России Владимиром Груздевым. Обсудили взаимодействие в совершенствовании законодательства и правовой поддержки приоритетных национальных проектов. Сергей Морозов выступил на дискуссионной площадке «Общество и власть. Совместная работа над региональной повесткой». В своем докладе он рассказал о том, что ульяновские власти осуществляют оценку регулирующего воздействия и проводят это решение через так называемые нулевые чтения. Это позволяет сохранять темпы роста промышленности. Надеюсь, что и в этом году мы от экономической формы в Сочи, инвестиционной формы в Сочи, получим очень много интересных предложений. Я сотрудничаю, сегодня мы поговорили с некоторыми крупными мировыми компаниями о том, что они имеют желание вернуться в Ульяновскую область. Посмотрели, как развивать бизнес. Ну, например, компания «Метро» у нас построила в свое время структурный торговый центр, и мне есть желание рассмотреть возможность строительства еще одного. Вот мы встречались с руководством американской торговой промышленной палаты, которая изъявила желание приехать к нам сюда и приехать к нам в Ульяновск и провести большую бизнес-миссию. Планируется, что в рамках форума будут подписаны соглашения о многоуровневом сотрудничестве с рядом субъектов Российской Федерации, а также пройдут встречи с руководством страны. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.